В следующем году Братск и Усть-Илимск получат компьютерные томографы. Питание детей, страдающих от туберкулезной интоксикации, тоже профинансировали в полном объеме. Около 74 миллионов направят на закупку лекарств. Есть деньги на стипендии студентам-медикам и на 20% проиндексируют стоимость путевок в оздоровительные лагеря. Это больше, чем уровень инфляции. Предусмотрели в бюджете и дополнительные средства на благоустройство сел. Финансирование сельских инициатив выросло. Главы и сами жители муниципалитетов часто в поездках просили парламентариев и областных чиновников эту статью расходов увеличить. Депутатскими поправками предлагается увеличить средства народных инициатив на достаточно солидную сумму, на 330 миллионов рублей. Предлагается увеличить инициативы по благоустройству сельских территорий для того, чтобы профинансировать все заявки, которые сельские населенные пункты Иркутской области подали правительству Иркутской области на благоустройство в нынешнем году. В работе сессии участвовал и глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что в бюджете заложили средства прежде всего на те сферы, о которых чаще всего говорили и депутаты, и муниципалитеты. Здравоохранение, образование, зарплаты учителям. Мы приступаем к развитию военно-патриотического центра нашего «Авангард». Вы знаете, это поручение было президента еще раз. И на контроле у министра обороны мы подписываем сейчас соглашение, где это направление будем рассматривать как приоритетное. Все наши школьные, обучающиеся в школах, образовательных учреждениях, наши школьники должны пройти курс начальной военной подготовки. Как отметил спикер регионального парламента Александр Ведерников, работа над поправками в бюджет была консолидированной. Депутаты и члены правительства вместе отбирали социальные объекты для капремонта, смотрели рейтинги и заявки территорий. Наши консолидированные поправки включают 25 детских садов, которые встанут на капремонт. И очень важно войти в начало года, чтобы быстрее провести торги и заключить договоры. 18 домов культуры в наших поселениях. 7 объектов физической культуры и спорта встанут на капитальный ремонт. 5 библиотек. В законопроекте особое внимание поддержке сельского хозяйства региона. При первой корректировке бюджета в 2022 году рекомендовали предусмотреть увеличение финансирования отрасли. Ирина Белогривая, новости сейчас.